Всем привет, дорогие мои подписчики, зрители и, конечно же, гости моего канала. Ребята, сегодня мы сыграем пенки. Поиграю я с Вадимом под ником Крейг. Поздоровайся. Да, всем привет. И будем играть мы на карте Рио. Ночная версия. Это прям как Хэллоуин. Ну, к сожалению, ребята, красивая Хэллоуин у нас очень-очень красивая. Я тебе говорю, вот Хэллоуин у нас прошел. Видосов у меня осталось много. Я же буквально 3 дня не записывал. Вот я первый раз за эти 3 дня записываю. Короче, давай перезаход сделаем. Да, давай. Чё? Давай я за синих зайду. Ну давай, подожди, не заходи за красный. Мы сразу начнем или сначала 2 минуты минимся? Минируемся, давай. Окей, кстати. Твою мать, мне мин нету! Давай перезаход можешь сделать. Не, не надо. Не надо. Чтоб ты ей говорил, что нечестными преимущества. Да, не надо, нормально все, отстань. А ну зашибись. Все просто замечательно, только у меня мин мало. Ну давайте еще докупим мы. Сейчас мы прикупим для вас миночки. У меня, в принципе, как видите, ребята, 100 тысяч уже. 100 тысяч кристаллов. Я сейчас... Сейчас, подождите. 750, нормально, вот так вот. Я сейчас имею скидочку на Титан М3. И, в принципе, если у нас все пройдет как мы хотим, как мы планируем с Вадимом, то, в принципе, я через некоторое время, ну, в плане, там, буквально завтра я куплю Титан М3 и для вас его протестирую. Но это уже как пойдет. Так, ну, короче... Вадим, ты вообще со мной раньше же играл пенки, получается, пенки, да? Пенки нет, не играл вроде. А, пенки ни разу не играл? Да, не играл. А, я себе. Помню, ты с Жека постоянно играл и с Бериком, нет, да? Нет, с Бериком постоянно играл. Ну, с Жекой ты тоже же играл? 1 раз только, не 2 раза. Ну понятно, короче. Ладно, ребята, ну, в принципе, я вам скажу так, что... Опа-на, какая мина. Какая мина незаметная, ты ее... Воу, прям жесткая такая поставлена. А летом... Обманочку сделаю. Чё? Обманочку? Ну, делай, я, в принципе, я тебе говорю, летом, утро я бы ее поставил, ты бы ее заметил. А так она вообще никак не заметна. Ну, неплохо, неплохо. Я буду аккуратно с тобой, я хочу проиграть. Ты хочешь проиграть? Ну, если ты хочешь проиграть, мы сделаем тебе одолжение, слушай. Ну, любой каприз за твое желание. Ладно, ребята, в принципе, я не знаю, я, честно сказать, я, блин, давно не играл, но я не говорю, что сейчас буду оправдываться, если проиграю я рак, ну, а так я буду стараться затащить и надеюсь на то, что Вадим мне проиграет. Ну, а если он проиграет, то это будет... Крах, провал. Для кого крах? Для кого просто величайшая, там, величайшая радость, и я просто буду рад весь день. Так, ну, а тем временем у нас, в принципе, го уже, да? Я вижу тебя. Поехали. Я вижу тебя. Ты не видишь меня, но ты увидел меня, поэтому надейся, я не. Дима, надейся. Ай, твою мать! Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Тихо. Тихо, я сказал, Вадим. Ты не успеешь, я надеюсь, взять и увести флаг, потому что тебе нужно сначала его взять. Тебе нужно сначала взять. А тем временем я уже сам уничтожился. Но почему ты не берешь флаг? Почему я не могу зареспиться? Быстрее. Неждан. Че ты понизу поехал, а? А че мне поверху-то ехать? Слушай, брат, ты чё? Я Димка, я знаю, куда мне ехать, и я буду ехать туда, куда я хочу. А ты опасный прям такой парень. Я пока лучше за Дашкой спрыгну. Да хоть за какашкой прыгай. Я хотел сначала сказать за папашкой, а теперь говорю за какашкой. Оу, это было неожиданно. Мина! Да почему не сработало? Твою мать! Я ее так поставил красиво, так вот просто замечательно. Я надрежу, кстати, сейчас. И без аптеки. Да. Ну, раз ты настаиваешь. Это твоя мина стоит. Да, как это близко было. Ну, раз ты настаиваешь. Ну, я настаиваю. Вот ты косой. У тебя же такой шанс был, Диман. Да? Ай, сволочь ты. Димка Федоров. Все уже знают, что я Димка Федоров. Тупой орех. Не, ну слушай, ну ты коси. А че тупой орех? Ты че тупой орех? Почему сразу тупой орех? Если ты прокосил. Твою мать, как и я прям сейчас. Ну ладно, я в принципе сейчас зарешаю тут вопрос. Где аптека? Ты думал, я тебе аптеку сейчас дам, да? Поможет мне. Да хрен тебе, а не аптека. А че хрен сразу? Хрен не ем. Твою бабушку.
Я, конечно, все понимаю, ну бабушку-то такая, зачем? Ну Вадим, ну ты че, слушай. Ой, чё? Вадим. А я сейчас выиграю. Сказал Вадим и всрал 3-2. Все? Опа. Опа. Знаешь, я люблю здесь Димке раздавать. Оп. Я тоже так люблю как? Вадимке раздавать. Читер. Кто? Ты. Ты че мое честное имя позоришь, а? Вон, полежи в минусе. Тихо. Ты же меня обманул, сволочь. Каким образом я тебя обманул? Я там просто мину поставил. Так что ты в минусе. Чё? Кто сказал, что я в минусе? Ты. Когда я такое говорил? Ребята, я такое говорил? Напишите в комментариях, говорил ли я, что я в минусе. Нет, конечно, не говорил. Это уже Вадим что-то придумал. На! Да. Это Кавказ. Нет! Ты чё? Чё, я дерзкий? Ай, Димка, пошёл. Ты дерзкий, как пуля? Не резкий. О, Минка. Скилловая твоя. Ты ещё и на дашке уходишь, козёл. Где-то нафиг. О-хо-хо-хо, как я твою мину пролетел. Ой, Дима, знаешь, что это видел, братан? У меня сейчас беда. У меня сейчас КД, я надо лесу. Диман косит. Ты бы это... Твоя мина! Да, детка. Я расставляю, как боженька. Твоя минка тут зарешала. Ну, она не моя, ну она уже твоя. А сейчас еще, ты еще насрал. Еще одна минка, ты заколебал? Срака. Сама ты срака, слушай. Я не срака. Это бы я зара выиграю. Да, ребята, у нас Вадим немножко... Ты же с Украины, получается, да? Ну да, с Киева. С Киева. Я ну, тоже да, где-то там, под Киевом Киева, живу. Я с Киева. А ты с Хацапетовкой? Ну и то верно, да. Я практически... Я практически на границе с Украиной живу. Да? Короче, получается, да. Смотрите, ребята, я за один раунд утащил, в принципе, 15 мин потерял. Ну и я думаю, что на следующий раунд мне вполне хватит. Все равно не достаешь. Откуда ты ее вообще стрелял? А, вон ты откуда. Ты там справился, да, получается? Я сейчас тупо 0 хп, твою минку подловил. Короче, ребята, забираем приз. Собери ящик двойной урон. Я получил 78 кристаллов, нормально. Я купил, короче... Я купил кристаллов на косарь, а в итоге получил 78. Охрененная система экономическая в танках онлайн. Донать, получи выгоду, получи удовольствие и просри деньги. Вот так вот, ребята, наши разработчики зарабатывают бабки. Короче, Вадим, у нас, в принципе, второй раунд. Я думаю, что и второй раунд я смогу втащить. Первый какой-то был просто мега какой-то неадекватный, потому что то ли я кричал, то ли ты кричал. О чем мы кричали? Я даже понять не мог, но... Потому что, ребята, это пенки. Если они вам нравятся, ставьте лайк. Так, ладно, что ты мне скажешь сегодня, Вадим? Что я скажу? Давай, короче, если не берется определенное количество лайков, на желание запишем. Без проблем, я ж не против. Слушай, давай, короче, так, если тут набирается 300 лайков на этом видосе, я записываю с Вадимом пенки на желание. Да, а желанием придумаем какое-нибудь коварненькое. Да, ну, типа там поссать пойти в центре города, ну, а что, нормально? Да, на Крещатике пойти. Чё? Крещатики пойти поссать. Не, пойти прям сразу достать свой агрегат и нассать на эту... На площади. Да пофиг, господи. Ну подумаешь там. Слушай, а чё сегодня вообще за день? Это сегодня вторник или чё? Я вторник у нас. Слава богу, вторник, а то у меня просто это... Дела на завтра есть огромные. А я уже забыл, короче, ребята, вообще попутался с этими болезнями, с этими, блин, проблемами. Я полностью потерял счет своим... счет своим дням, ночам, делам, проблемам. И куда ты поехал? Я Дашку фоткаю, я превьюху хочу сделать. Вот, ага. Отлично. Так. Спалил мои минки. Да кто твои минки палил, слушай? Ты вообще на середине ставишь, если что? В смысле? Это моя территория. Ну, почти на середине. А это запрещено правилами, регламентом. Пенок, проведение, увеличение и что только там я не прописывал. Давай только безумное слово, окей? Да я сам не пойму, что я какую-то хрень говорю, подписчики подумают, набухался, пошел пенки писать, фу, да, дизлайк, пенки. Отписка, кстати, ребята, огромнейшее вам спасибо за 29 тысяч на моем канале. О, скоро тридцатник. Скоро тридцатник, у нас год тем временем, а ты уже флаг берешь, ну кросс. О-хо-хо-хо-хо! Скажи, что ты минус. Че? А там двойная была или че, я не пойму? Где?
двойной не было, двойной не ставил. Почему ты такой читер, а, Диман? Иди в жопу. Иди в жопу. Так, где тут Динг Федоров? Давай, опа. Фу, Диман. Меня горит пукан. Да-да-да-да-да. Это пиздец. Пошел как ты в баньку, Динг Федоров. Ай, собака. Что ты там поймал? Ай, нос чешет. А, фу, слава. Понимаешь, как я не вижу, это меня не радует. Да? Да. Я буду сейчас на твою минку подорваться какую-нибудь. На кую? И будешь риса, куда-то прилетит. А, не, все, я тебя вижу, это спокойно, спокойно, Диман, спокойно. Главное, не нервничай. Тупо 0 хп, Диман, тупо 0 хп. Пару секунд аптеки, главное дожить. Главное дожить. Фу, все, я жив. Ты орёшь, что так, а? Я ж обсираюсь. Я просто переживаю, я хочу тебя... От... Обсираюсь. Просрать. От... Пеночки. Страх! Давай! Опа! Дима, выруби чит, пожалуйста. Какой нахер чит, господи, с чего ты взял, что я... Читон тут каким-то... Встал? Как? Каким каком? Пользу! Твою мать! Каким каком ты встал из минуса? Я? Ну не я же. А тебе не говорили слово скилл? Да нет. Впервые я слышу. Ну и где ты? Димка Федору. А? Где ты? Давай поиграем в прятки. А Гарри Фуджа, типа. Ну что, мне норма сейчас. Я тут засрусь. Ага, вот ты где, спупсик. Опа! Мой сладкий пупсик. Давай. Я на одну рельсу! Нет! Нет, нет! Иди ты в баню. Слава. Тебе... Мяка смяжная, жизнь чашная. Я смотрю, ты универ любишь. Кстати, я еще новую серию сегодня не видел. Надо будет почекать ее. Ну слушай, ну это хреново, что мы с тобой крысимся. Слушай, Диман. Давай ты гоуд ко мне. Тебе сюрприз приготовил. Приятный. Тёлочку. Опа! Диман такой думает, ибо нефиг. Опа. Димка. Ну мать, береста не зажигается. Фух. Да ну почему не на мину-то? Потому что нет. Я тебе не дам. Я тебе не дам сюда заехать. Да почему? Давай! На! Твою пипись! Ай, да-да! Нет, твою мать! Сволочь! Козёл! Сама виновата. Ну ты козёл! Нет, 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 братья Сидоры... Я так сейчас одно слово хочется сказать. Ну удачи тебе, Дима. Да иди ты нахер, блин! Бесишь ты меня! Ай, минка твоя, саная. Ну всё, я думаю, тут продержусь уже. Сейчас аптека держит. Давай, Диман, минус. Ах ты, читер, ах ты. Вот 36 секунд, Диман, пошел ты, вот пошел ты. Знаешь куда? Давай, опа. Да срать уже, я специально, короче, ребята. Ладно, покупаем еще 15 минут. А я тебе не пошел, ты сам не пойду. Да не ты в жопу, ну господи, ну такой вот эпик был. Так вот я тебя заставил. Думаю, этого мне вполне достаточно будет. Так вот я тебя заставил, блин, ну, вот на мину тебя так красиво я загнал. Ты просто хотел подняться на свою вот эту вот заминированную базу, на свой флагшток, а я тебе не дал, еще и на мину потом. А еще и выжил после твоей мины, да плюс рельсы, ну, я не понимаю, как я выжил, но прям вот тут какое-то совпадение такое было. Ну, и в итоге ни хрена мне не вышло.
Ладно, теперь у нас третий, заключительный раунд. Я надеюсь, я не всру, как это... ну, бывает. Чё? Так я в первом раунде буду сразу тебе. Най-най-най-най-най, это Кавказ. Как ты меня в первом раунде всрал? А ты был в Одессе? Нет. Приезжай в Одессу, там тёлочки красивые. А, ты, я смотрю, уже совсем познакомился, да? Ну, красавчик, красавчик. Да. Запомните, когда тёлочки красивые. Так, тёлочки, блин. Надо втащить, чтобы были не тёлочки. Короче, кто с Украины, то поймёт. Да. Я не знаю, как я тебе второй раунд слил, но, блин, ну... Это было жёстко. Это был эпик, Диман. Это был эпик. Ну, если ты не видишь, то ты минус. Какой хер это подглядываешь? А это что, запрещено правилами международных клубов? Да, это запрещено правилами, прописанными в регламенте проведения турниров пенальти, а также просто пенальти один на один во времена межкланового чемпионата. И вообще, какую я дичь тебе сейчас стираю, я просто понять не могу, какой-то набор слов, и ты в этот набор слов просто невероятным образом веришь. Я просто ничего не понял. Я понимаю, что ты ничего не понял, но я думаю, подписчики, которые были раньше во времена рибалансных там делов, что за хер я вообще говорю, не понимаю. Ну ладно, срать. Короче, надо тащить тебя, и надо тащить тебя по жесткому. Я тебе проще скажу, у меня 9 мин осталось на весь раунд, на весь пеночный турнир. Так закупись. Не хочу. Да какого хера ты меня в 5-0-1 стрельнул, падла? Какого? Было 4-59. Да иди ты в жопу, блин. Было 4-59. Козёл! У тебя, знаешь, деревенский интернет, Диман. Иди ты в жопу, я сказал! Диман, извини, конечно, но было реально 4.59. Было реально 20.25. 20.25? Твою мать, двойная мина! Пошёл ты в баню, Диман. Блин! Оу! Твою мать, ты бы видел, что сейчас было, я задницей. Ты бы видел, что сейчас было. Да я видел, ты в минусе лежишь, как полный враг. Ты понимаешь, я подорвался на твоей двойной минке и выжил. Да? Да. Вот ты минус упал. Здесь такой шанс был. У кого? У тебя. Какой? У меня все нормально, брат, ты еще... А, вот она, какая двойная мина. Ты прям на нее, наверное, и вылетел. Ты понимаешь, я подорвался, которая в дашке была сначала. Ну. А ты еще в дашке подорвался? Я подорвался, после того, как аптеку занесло. А-а. У тебя аптека спасла. Это, короче, Диман. Да. Это. Короче, Диман, ну подошел сюда. Ты подошел. Диман сюда. Подошел по таким быть. Нет, только не мешай. Вот ты, Диман, дулся. И усели с неба. Пошутил. А у меня КД, Диман. Партерас. Давай, опа. Петросян просто. Петросян. Кухня, да, ты не взял. Попал хоть? Да хоть до деху. Что на мидроп не берется? Ты урон вообще надо. Потому что ты сверху прыгнул. Петросян просто! Подошел сюда. Видишь, ты что такая дерзкая, а? А почему ты выжил? А я на двери... Бля, где аптека, Диман? Я забрал ее. Ах ты, козел. Слышь? Я шо, всру сейчас, погодь, это нечестно. Чё ты говоришь? Я шо, всру сейчас. Да. Раунд. Давай, Диман, давай, с орехом будет, орех! Хе-хе-хе. А ты сколько хоть был? Намного. Я еще и дашку забыл. Да, твою! Я попал хоть? Ты попал, еще твоя мина сработала. А, я тебя убил, да? Как ты догадался? Не знаю, я просто... Вангу! Да сука! Аптеку зазанарил-то я. Давай ради интереса ты мне фору сейчас дашь. Какую нахер фору? Ты что, издеваешься? У меня столько мин погорело. Я столько, блин, раз мог тебя выиграть. Понимаешь, если твоя читерская минка двойная... Опа, пошел туда. Пошел ты в баню, Дим Федоров. Пошел ты в баню.
Шняга, шняжная, жизнь обсяжная. Давай, давай! Давай. Лошара ты, лошара, фу! Фу! Знаешь, как ты промазал сквозь план? Вообще-то он не был на базе. Да лошара ты! Там ты лошара, пошел ты! Пошел ты! Нет! Да спри... Давай подошел сюда скорее! О! Лошара ты! Лошара, мне сейчас тупо 0 хп было. Цука! Боже, факт, о, отлично. Второй факт, ну, еще один факт надо постараться вытащить. Иди ты в... Опа. Все, хватит мне тебе поддувать. Я почти выиграл, Диман. Почти. У тебя хоть попал, кстати? Нет. Не, мне... А еще Рыба, факт честно, того, что у меня осталась одна мина достанет. И минута до конца, то есть я без мин буду. Шняга, шняжно, я жизнь обжажная. Сейчас Диман просто. Пенки, пеночки. Не буду нахер рисковать, мне в принципе. Твою бабушку! Диман Федоров. Твою бабушку. И в жопу. Погиб твоя минка была. Дима! Аптека. Фух, аптека спасла меня. Все, братан. Дима, давай сейчас ты типа Делета нажмешь, пожалуйста. Нажми. Че? Делета нажми, пожалуйста. Нет. Твою бабушку. Ты че? Это бабушки там. Бедная бабушка. Нет. Я просирать не собираюсь. Даже если... Давай, давай, опа. Почему этого не было на минуту раньше? Все, ребята, короче, на этом мы оканчиваем. Такие вот эпичные и бомбящие, и кричащие пеночки у нас вышли. Немного неадекватные, немного интересные. А может быть и вообще интересные. Короче, ставьте лайки, 300 лайков. Новая серия, я играю с Вадимом на желание. Желание, поясни, будет мега эпичное. Поссать в центре города, да? Не-не-не-не. Ну ладно, мы что-нибудь придумаем пожестче. Мы что-нибудь пожестче придумаем или это оставим. Все, ребята, всем удачи, всем пока. Да, всем пока.